Приветствую всех, с вами Срок. Я начинаю прохождение такой игрушки, как Valiant Hearts The Great War. Английский у меня плохо, так что извините. Игрушка вышла в том году, она очень интересная. Тут нам предстоит играть за 4 персонажей. Что вам еще про сказать? Разработчики хотят донести на нас много. Игра, как бы сказать, тяжело, в психологическом плане она тяжелая. Игра более похожа на драму, игра очень интересная, я смотрел по ней обзоры, поиграл вот немного, мне очень понравилось. Несмотря что игре уже год, я все равно хочу в ней пройти, так что сейчас начнем. Начинаем новую игру. Я думаю, игра вам очень понравится. Смотрю, мне очень понравилось, заинтересовало, хочу в нее поиграть. Так, и что вам сейчас покажет? Источником вдохновения для авторов игры отложили события, не успел прочитать. Первый год, 1914 год, Сан-Мирель, Франция. Да, и график этот, конечно, как бы мультяшный, но все равно мне это очень задело, мне очень это нравится. Да, так что разработчик хотел донести до нас что-то очень такое важное. Посмотрел. Игра тяжеловатая, конечно, для психики, но... Ой, даже не знаю, что вам сказать. Так и хочется уже поиграть, но мы смотрим видео. Повестка. Судя по всему. Да, это повестка в армии. Так, это мы уже в казарме в районе Сан-Миеля или Миреля. Миеля, кажется. Значит, так. И где это? Да, это как бы казарма. Так, подсказки случайно открыл. Заходим как бы в казарму или что это? С военкомат, скорее всего, это казарма. Ой, мы уже разделись. Судя по всему, это так. Что у нас тут? Ага. Так, это нам уже рассказывали. Это тоже, ну, в общем-то, я читать не буду, кто хочет, ставим на паузу, чтобы долго не затягивать. Все понятно. Идет голые дети, трюхана. Так, тут же у нас, это, судя по всему, раздевалки. И что это? Ну, посмотрим, заходим. Ага, мы уже одеты, ничего себе. Как бы нас уже посылают прямо на войну сразу же. Так, дудка. Если по всему, где нам перцу надо сбить. А. Все. Побежали. Война. Ага. Обучение, судя по всему. Перевозим.
мочим. Здесь. Дальше, так, судя по всему, что у нас здесь? Гранатки, как бы. Так. Кидаем. Еще берем гранат. А, понятно. Дальше побежали. Так, где у нас? Бьем. Ага. Опача. Есть. Вроде. Так, опять через преградку перелезаем. Хорошо. Все как бы. Да, все. Входу. Прямо по на фронт. Я по всему, да. Просит, чтобы я поднял флаг. Ты не понимаешь, что тут написано. Так, сохранение у нас. Так вот, мы прибыли в Париж. Можно в восточном вокзале во Франции. Что надо? А. Хочу, мы спасаем чувачка или что это? Куда нужно? Да, вот сейчас непонятно, куда нужно идти. Там нельзя, значит, идем сюда. Ага. Бухлатье принести. На тебе бухло. Не катит, да? Ой, это нас любишь. Берем по-быстрому бутылочку, а батон. На тебе такое. Вот, вроде проходим. Так, новый дневник. А, тут еще персонаж, ничего себе. Как-то неинтересно, потом почитаю. Так, сохраняется у нас игра автоматически, нельзя на лестницу пройти. Почему? Хочешь музыку, да? На тебе музыку. Как устроить? Ну ты хочешь музыку, так? Так.
Что-то я не доезжаю, ну что тебе нужно? Что-то на первом уровне уже засадки у нас. Здесь подсказки интересны. Ага, ну вот, ко второму, ну все правильно. Идем по складу. Так, я возьму второй этаж. Третий, четыре. О! Четвертый ты. Танцуйте, ребята. А нам пора ехать. Наша как бы будет дружка, судя, я так думаю, это будет второй персонаж, за которого мы будем играть. Так, здесь я ушла. Так, буду. Типа что это там, атаку. Пулемет вражеский, пушки. Так, вот так вот, тихо, что у меня мина не попала. О, fucking shit. Да. Флаг все должен быть впереди. Так, мать его. Нашего полководца убили. И меня, что ли? Я... Что это за трешняк? Или нет?
Я не пойму, что надо делать. Ну, а что делать-то? Дескать, бред. Не, ну, игра прикольная. А проб бежать, просто бежать. Тихо! Поднимаемся. Тихо. Не прибило. А где я? А, тут уже все. Просто показывает, что всех наших разбило. Фух. Я, конечно, сделаю не с первого раза, но как бы не редко такие игры играл. Все. А вот теперь Фредди, гражданин Америки. Вроде, судя по всему, у нас типа мины ставят, да, так понял, что амуниция нет. Развалим это все. Как родного имени, это уже потом почитаем. Так. Гранатку. Ух ты, бляха-муха. Бежки на эту гранату. Отлично. О, в самый раз. Так. Заходим в телеге. Показывает, что нам нужно подорвать мост, но до моста нужно еще дойти. Тихо, мы подбираемся. Ага, так, нужно закинуть гранату, чтобы выше пошел. Ну, Фредди, кидай. Разве надо по-быстрому действовать? Так.
в голову тебе, на. Нужно вот так сделать. Он там втыкает. Мы доминируем мост. Так. А вот. Сейчас будет бабах. Нет. Ага. Взял. На. Так вам, фашисты. Там что-то интересное. Да, в этой игре вы можете знать многое о Первой мировой войне. Очень полезно много информации тут. Что теперь-то делать? Что для карты? Ага, судя по всему, на лестницу надо залезать, но... Что потом? Ага. Вот как оно. Динамитиком вот сюда поцелить. Именно туда. Лично. Так. Ну как. Вообще все продумано. Спускаемся вниз. Берем кирпич. Здесь опана. Лезем вверх теперь. Теперь так мост вроде вот кончается, да, конец моста. А здесь такой, ну. Блин, не успел отойти. А что нам покажет? Ага, быстро, ну типа все. Понял. Идем быстро, по-быстрому. Фух, успел. Туда. Сейчас крыша должна его привалить. Ага, немного не так. Мы крышу как бы разбили, а вот эта гранатка его сейчас убьет. Ты что, не видишь, что граната положишь? А не, убегает. Еще один наш пулемет впереди. Ага, вот генерал. Ага, он злахает от нас. А на дирижабле, ну понятно.
Отлично. Что кидает нам туда? Что-то я не сообразил. Теперь вот куда кинуть? Если вот не успел. Не успел. Подсказка. Ага. Вообще какая-то херня. Так. Тут все понятно. Берем помидор. Бросаем в колокол. Залезная. Мочь. Немца. Рвем этот флаг в клочья. Вечно. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншеи и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нюрнберга. Так, теперь Харальд ищет своего хлебядика Эмиля. И мы будем играть за Эмиля. Сейчас узнаем. А, мы попали в плен. В плен, ну так, жрать выйти принести. Ну да, в германском лагере. Ну, это уже будет в следующем выпуске начнем. Так что, думаю, понравилось это видео. Многим ставим большие пальцы вверх. Чем больше лайков, чем чаще выпуски. Это говорю в каждом выпуске, про то напоминаю. До скорых встреч. С вами был Срок. Всем пока.